Я хочу поделиться своей историей, как книжка Олечки Валяевой изменила мою жизнь. Сейчас у меня своя школа хорошей жены в Санкт-Петербурге. И мы встречаемся с девочками, учимся быть женственными, молодыми мамочками, такими вдохновляющими феечками. Моя история началась очень интересно. 4 года назад, по-моему, я занималась бизнесом. Меня пригласили на бизнес-завтрак с Алексеем Валяевым. Я тогда увидела его, думаю, о боже, он объездил полмира со своей женой, с детками. Это вообще такой вдохновляющий мужчина, конечно же. Прибежала на бизнес-завтрак слушать его, вдохновляться. И он рассказывал о своей жене, да, о своих путешествиях. Я подумала, что очень мне хотелось бы жить такой жизнью, быть таким человеком вместе, который легкий на подъем, может вдохновить, поехать, увидеть мир этот. Но у меня тогда не было никакого молодого человека. Отношения мои не строились. Отношения, которые у меня были, они всегда вели в тупик какой-то эмоциональный. Моя подруга подарила мне книгу Ольги Валяевой в тот момент. И я подумала, о, классно, тут завтрак, тут книжка Оли, нужно ее прочитать. Вот. Но я такой человек, если мне что-то попадает в руки уже, то я этим начинаю заниматься серьезно. Поэтому я взяла книгу, взяла своего друга, это был не мой молодой человек, а просто друг хороший, и мы с ним полетели в Сочи, где жили наши друзья в доме. То есть мы жили вчетвером, они там работали, друзья, а я просто отдыхала со своим другом. И я начала читать, началось вот это путешествие вообще в другую жизнь, потому что я открывала главу за главой и применяла сразу на своем друге, на Денисе. Он, конечно, сначала меня воспринимал как какую-то бизнес-женщину, какую-то грубую, хамовитую такую, всю наглую, как вот такая, ух, что-то, что почем, наверное. Вот. А потом глава за главой. Первый шаг, который меня вообще самый вообще удивил, он отдал мне свой кошелек. Незнакомый человек, незнакомой женщине отдает свой кошелек и говорит, ты можешь распоряжаться деньгами на свое усмотрение. При этом я никак его не соблазняла, я не ходила там в какой-то откровенной одежде, что для меня было, в принципе, не свойственно на тот момент. То есть мне все нравилось, чтобы все было такое на выгод. Вот. Второй шаг, который был, то есть я главу за главой изучала, он привел меня в магазин и говорит, Маша, ты очень странно одеваешься, давай я тебя переодену, давай я куплю тебе новую одежду. Я там вообще была в восторге, я думаю, боже, что это за мужчина, почему так происходит? Но у нас была с ним договоренность никаких отношений не строить. Что мне понравилось, да, что книга Ольги, она написана прям очень проникновенно, и ты можешь сразу начать применять и сразу видеть результат, как мужчина рядом с тобой просто преображается, и своя энергия преображает тебя. Мы экспериментировали все лето, я научилась каким-то способом быть женственной, быть красивой, быть мягко разговаривать, да, быть такой заботливой, поддерживающей мужчину и принимать свое женское начало. Мы вернулись в Петербург, и для меня стала цель номер один – это не карьеру строить на тот момент, да, а найти своего мужчину, своего мужа встретить. И для этого еще пришлось очень-очень над собой поработать, но эффект, он действительно превзошел все мои ожидания. Потому что мужчина, который встретился в моей жизни, мой муж, он не жил со мной, не встречался со мной. Он меня видел там всего 6 раз. Он пришел и сказал сразу, я хочу на тебя жениться. Ты женщина моей жизни, я это понял, я тебя увидел. И для меня, да, я сейчас прям вспоминаю, для меня это было настолько фантастически, что тут только несколько лет назад тебе говорят, нет, ты вообще отвратительная женщина, как ты выйдешь замуж, у тебя такой дрянной характер, ты там работаешь, тащишь на себе все. И здесь вдруг неожиданно мужчина говорит, я все готов для тебя сделать, да, положить там мир к твоим ногам, потому что это так и было. Он сразу забрал меня в свадебное путешествие и провез меня по всему миру, открыл для меня Бали. Мой муж очень духовный тоже человек, как я, мы с ним вот в этой энергии вместе. Я безумно благодарна за то, что, за такой опыт в своей жизни, что можно из такой женщины-лидера превратиться в такую нежную феечку-мамочку. А потом в моей жизни появилась вторая книжка Ольги про предназначение быть женой-музой.
И у нас уже тогда был на тот момент малыш. Я думала, о нет, второго малыша мне не надо сейчас. У меня еще первый маленький. Вот. Но я ее читала, изучала, делала упражнения. Бог, наверное, все видит. Он, наверное, знает, как лучше для нас, для всех. И в нашу жизнь пришел второй малыш, вторая малышка Даша. Вот. И это сделало меня еще более женственной, еще более... такой, не знаю, мамочкой, такой больше добавила в мою жизнь любви. То есть каждый ребенок, который приходит, он прям трансформирует женщину очень сильно. В тот момент я поняла, что знания, они действительно меня переполняют, и мне захотелось тоже делиться ими, делиться своим счастьем, этим опытом, который я прожила. То есть так получилось. Вот наша школа в Питере. Самая большая благодарность – это, конечно, Ольге, что она выбрала смелость написать об этом, смелость поделиться с другими девушками своей жизнью, да, своим опытом. И сейчас я тоже смотрю, читаю ее статьи, смотрю, как они путешествуют по миру, да, и вдохновляюсь. И теперь это моя жизнь тоже такая, да, то есть тут нет никакого волшебства. Я поняла, что если ты из бизнес-женщины, такого бизнес-тренера можешь взять на себя смелость, да, принять такое решение и расслабиться, стать женщиной-женщиной, то все, твоя жизнь меняется. То есть главное просто научиться поддерживать своего мужчину, верить в него, быть за него. Про это книжки. Поэтому для меня это такой урок в жизни. Принимай своего мужа любым, быть с ним в любых обстоятельствах, стоять за него. И, наверное, это самая главная вещь в книжках у Ольги, что женщина – это та, которая всегда выбирает своего мужчину. Вот, и эта история закончилась очень хорошо. У нас сейчас двое малышей. Я продолжаю развивать свой проект и думаю, что я еще прочту не одну книжку Ольги сейчас. И спасибо большое вам.